Я рад вас приветствовать, друзья. Мы продолжаем проходить Fable 2. Меня зовут Никита, для тех, кто на канале впервые. Ну что ж, прошу еще раз прощения, потому что я много-много болтаю, и поэтому мой голос временами садится, когда проходишь сразу так много серий. Ну вот. О, как скучен этот мир. Я торчу здесь уже тысячи лет, нового мне уже не увидеть. Эй, ты, это что за лохматая штука, прыгающая вверх-вниз? Хм. Он может выполнять команды. Ну что ж, покажет, это одна из загадок, одна из головоломок. Что угодно, лишь бы нарушить это однообразие. Их будет несколько по всему миру. Это демон-страж. В общем, нам нужно разгадать, что он хочет. То есть, получается, здесь все просто. Нужно показать какую-нибудь из дрессур нашей собаки. Да. Сейчас посмотрим. О, как удивительно дурашливо. А что еще он может делать? Ну что ж, сейчас попробуем. Пес. Назад. Грубости, угрозы, общение, приколы. Угрозы, общение, иди за мной, одобрение. Он знает, как выделывать трюки, а? Блин, и... Или он такой же слабоумный, как и ты? Нормально, да? Похвала. Думаешь, что у меня памяти совсем нет? Это все уже было. Ну, в общем, сейчас получается, мы это не сможем проделать, потому что у нас слишком мало трюков. Хотя, подождите, у нас были же где-то эти трюки. Я же прокачивал своего пса. Рык. Нет, рык это я буду кричать. Странно. Ну не стой там столбом. Я умру от скуки. Так, к сожалению, блин, я даже не знаю, я даже не помню. Да, возможно, что сейчас мы и не сможем это сделать. Предметы, книги. Может быть, я какие-то книги не прочитал. Так, у нас 3 серебряных... ключа, собачий эликсир, ошейник. Так, а что она делает? А, мы можем переименовать нашего пса. Ну. Ладно. Кстати, и можно сделать чуть-чуть... Загадай желание. Да, голос чуть-чуть погромче. Загадай желание.
Да. Обижать не хочется пса, и, похоже, больше команд у нас никаких нету. Ладно, не будем на этом заострять внимание. Сейчас посмотрим, что у нас здесь. Здесь у нас ничего. Ну, вообще-то, наша собачка должна нас уведомлять, если будут какие-то... Смотри, еще один странник. Хочешь попасть в дубовую рощу? Придется плыть, дорогуша. Ага, прыгай! Ну что ж, прыгай, ничего не прыгай, остается прыгай. Делать, как прыгнуть. Прыгай! Так, нам нужно будет сюда идти, к разбойникам. Я просто хочу немножко осмотреть здесь. Может быть, есть какие-то секреты. Джо, ты там? Да-да, это я. Там мой сын Джо. Ему нужна помощь, но я боюсь идти туда в одиночку. Может, пойдем вместе? Ну, пойдем вместе. Мы же идем в пещеру, пожалуйста. Ой, там... Подожди, друг. Тут собака клад нашла. Сначала ты. Отлично, пирог. Пирог, вся эта еда, напитки, это восполняет наши жизни. Обязательно зайдем в пещеру и посмотрим, что там. Пещера хобов. Хобы — это не очень сильные существа, но тем не менее могут, в принципе, немножечко нас потрепать. К счастью, ты оказался рядом. Я и не надеялся. Ну, понимаешь. Так, кошелек. Там внутри может быть парочка хобов. Да, я понял уже. Я часто слышал рассказы о том, как хобы уносили детей и делали из них новых хобов. Кошмар какой. Это же только сказки, я вообразить не могу. Вот они, я их уже слышу. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой, как тебя стошнило. Да, я представляю, какой запах. Вот они. Очень похожи на троллей. Ну что ж. Маленькие вот такие. Маленькие вонючки. Ну да. Ух ты, крепкие, однако. Это было здорово! Побольше таких заклинаний! Похоже, он жарился там уже, да? Бей сильнее! Да! Так. С ними разобрались. Они отвратительные. Могли быть детьми, верно? О, Джо. Прости, ты, наверное, думал, что я... Так. Кошелек. Еще 150 золотых. Пошли дальше. Ты думаешь, это безопасно? Эти дорожки выглядят несколько непрочными. Это нормально все, не переживай. Еще. Это Джо, я слышу его. Я иду, сынок. Куда ж ты так рванул-то? Засада.
Ух ты, ой-ой-ой-ой-ой, многовато вас. Хорошо. Все. Кажется, все, да? Нет? Что-то как-то и... не могу понять. По-моему, все. Убежал от нас наш путник. Похоже, его сейчас там просто забьют. Зря он так сделал. Нет, живой, да? Может, поищешь другой путь, пока я попытаюсь открыть эту дверь? Так, секундочку, у меня опять... геймпад бывает. Так, пополнили мы. Еще могу сказать о того, что мы будем кушать, то есть будем ли мы кушать более плотную еду, питательную, там какую-нибудь с калориями, да, то мы будем толстеть. Если мы будем там пить соки, кушать морковку, овощи, то наш герой будет в хорошей форме, не будет толстым. Вот умница, мой мальчик. Что он там кричит? Ой, там, похоже, его бьют, да? Нет, здесь нельзя пройти. Вот она. Я опоздал. Он... они превратили моего сына в... Я всегда говорил ему, что эти истории... Ладно, 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 не плачь. Давай, пойдем, пойдем, пойдем. Ой-ой-ой-ой, много. Нужно убираться отсюда. На поверхность. Живо. Да ладно. Вы слышали, что мне сказала Тереза? Так, у нас еще прокачка очередная. Да, Тереза нам сказала, чтобы мы возвращались на поверхность и как можно быстрее. Но их здесь очень много, смотрите, да? Давайте прокачаемся. Прокачаем телосложение. Теперь мы стали на 23 единицы сильней. Бежим дальше и будем их отстреливать. Ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй, многовато вас. В бой. Отлично. Ой-ой-ой-ой-ой. Отлично. Что у нас здесь? Нет, здесь ничего интересного нет. Хорошо. Издалека их.
Отлично. Теперь начинаем их добивать. Есть. Ух ты. Там их многовато, я вам скажу, очень. Ну что ж, в бой. Поджарьтесь. Еще очередное повышение уровня. Ну, здесь совсем не сложно, я вам скажу. Это, конечно же, не ниндзя Гайден. Так, что ж, может быть, давайте шок. Шок оглушает противника молниями. Нельзя повысить. Ладно, давайте клинками, что ли, будем. Попробуем клинки. Да. Вот эти вот клиночки. Отлично, у нас есть сундук. Детский эликсир здоровья. Пригодится. Вы знаете, вы не думаете, что здесь все так подземелья будут такими простыми и легкими. Временами здесь будет очень тяжело и очень сложно. Ну, конечно же, все равно игра не настолько хардкорно, как там какие-то другие игры бывают. Но это хорошо. Что ж, мы попадаем в Жульберг. Итак, похоже, мы выбрались из подземелья. Мне скучно, может, вернемся уже? Это кто? Нет, наша задача охранять мост. Так, это, походу, разбойники, мост сломан, да? Сломан, пройти никому не удастся. Осторожно, в нас стреляют. Вот они, наши мечи. Еще раз попробуем. Отлично. Вот это вот заклинание с мечами. Очень красивый, красивая магия здесь. Очень красиво сделана. Она разная и по-разному действующая на разных NPC, да? Если так уже сказать. Так, это что? Искать. Искусственные цветы мы нашли. Еще ж можно что-то искать. Отлично, 20 монет. Так. Где-то тут пес лает. Что-то нашел здесь. Я тебя не вижу. Ты где? Блин. Так, ну давай, давай, я побежал за тобой. А, ты сюда меня хочешь? Так. Здесь. Я вроде бы ничего не вижу из сокровищ. Что-то сюда у нас есть какое-то ответвление, да? Здесь столько всяких разных... проходов. Но мы будем идти пока что
по своему заданию. Чтобы, вот видите, налево еще пошла дорога. Вон туда, там получается, похоже, один из разрушенных храмов, вот на горе. Там будут тоже какие-то квесты, связанные с темным орденом монахов. Тоже очень интересные, да? Да. Ты, кажется, здесь нашел, да, сундук? Молодец. Эликсир ловкости, отлично. Мы сейчас же его и используем. Так, эликсир здоровья, эликсир ловкости. Отлично, мы прокачали свою ловкость. Изучив навыки ловкости, ты... Так, да, прокачаем точность. Ну вот, уже более-менее мы становимся прокачанными. Бежим. Ох, какие большие. Дорога на дубовую рощу теперь на твоей карте. То есть мы можем сразу же телепортироваться непосредственно туда. И быть... Вообще, когда я проходил эту игру, я полностью знал всю эту местность. Сейчас немножко я подзабыл. Ну, вот так вот, настолько я провел много часов в этой игре. Около 100 часов я, по-моему, если не соврать. Там даже где-то статистика есть. Можно будет посмотреть. Драгоценные камни, отличные подарки. Ну да, вы... Мы можем подарить с вами. Так, что это такое? Задание? А, это задание и места работы. 2000 золотых у нас. 2300 даже. Уже. Тут вот такая вот красивая деревня. Ну. Так, что-то он пытается нам... Ага, нашли. $200. Ну что, ребят, на этом закончим мы эту серию. С вами был Никита. Подписывайтесь, комментируйте. И увидимся на основном задании в дальнейшей серии. Всем пока-пока.